Вот, дорогие друзья, у нас начинается на этой неделе месяц Элуль, последний месяц еврейского календаря, то самое время, когда Моше Рабейну поднимается на гору Синай снова, просить прощения у Всевышнего за грех Золотого Тельца, который совершил еврейский народ, и Всевышний прощает ему, он ему сообщает в Йом-Кипур на 40-й день, что «Я прощаю еврейский народ». И все эти 40 дней с начала месяца Элуль до Йом-Кипура, 40 дней – это Ямей Рахамим Веаслихот. Это дни милосердия и прощения, когда Моше молится и просит Всевышнего простить. И эти дни пропитаны до сегодняшнего дня. Они как бы вот Моше Рабейну впечатал в это время из-за того, что он просил о прощении. И Всевышний простил, а это вот время пропечаталось, пропиталось прощением и Рахамим милосердием. Поэтому в эти дни все могут достичь больших высот, больших духовных высот, и нельзя это время тратить. 40 дней Ямей Рахамим Веаслихот, дни милости и прощения со стороны Всевышнего. Итак, давайте немножко начнем уже готовиться к Рош ха-Шана. Через месяц у нас Рош ха-Шана. Я бы хотел сегодня вам рассказать про очень известные обычаи. В Рош ха-Шана мы кушаем разные блюда, в том числе мы специально кушаем яблоко, которое мы макаем в мед. И мы просим у Всевышнего: Всевышний, дай нам шана това уметука, сладкий и хороший год. Давайте немножко про это поговорим. Итак, мы берем яблоко и молимся. И тут есть у наших мудрецов два разных взгляда. Что же важнее, скушать вот это вот то самое яблоко с медом или молитва, которую мы произносим: Всевышний, пожалуйста, дай нам хороший год. Самое известное мнение Шло Акадош, он говорит, что, конечно, молитва – это самое важное. Когда я молюсь Всевышнему: Всевышний, дай мне, пожалуйста, хороший год, я должен сделать чуву, я должен подумать, а почему у меня, в принципе, нету хорошего года, вот весь год проходит по-разному, иногда хорошо, иногда не очень хорошо, потому что наши грехи нас разделяют со Всевышним, и Всевышнему приходится нас наказывать. Грех нас сам приходит и наказывает. Поэтому, когда я говорю: дай мне хороший сладкий год, я вспоминаю, что все мои проблемы из-за меня, и я раскаиваюсь в своих плохих действиях. И поэтому, конечно, молитва является намного важнее, чем скушать то самое яблоко. Яблоко – это просто средство произнести молитву, а эта молитва заставляет меня задуматься, что грехи – это очень плохо, и нужно раскаяться. Это первое мнение. Второе мнение, что на самом деле молитва – это очень, понятно, важно, но намного важнее скушать это яблоко с медом. Почему? Потому что когда Всевышний уже сделал какое-то постановление, его очень-очень сложно отменить. И когда я вот только начал свой Рош ха-Шана, первый день в году, первая ночь в году, и я беру, кушаю яблоко с медом, вот этот сладкий вкус означает, что уже начался хороший и сладкий год. Вот, я же кушаю сладкое яблоко с медом. Значит, год уже начался, и он уже хороший. И поэтому это постановление очень-очень сложно отменить, потому что раз уже что-то началось, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Я уже встретил его сладостью. И этот сладкий вкус практически невозможно отменить, поэтому очень важно начать год с чего-то сладкого, чтобы же как бы началось какое-то вот Всевышнего хорошее постановление, которое очень-очень сложно отменить. То есть разный взгляд мудрецов. Кто-то говорит, что очень важно помолиться, и это намного важнее, потому что тогда я делаю раскаяние. А кто-то из мудрецов объясняет, что нет, если я уже кушаю сладости, что-то очень сладкое уже в первые минуты праздника, первые минуты Нового года, тогда как Новый год встретишь, так ты его и проведешь. И еще одно очень важное объявление. Мы с моим другом сделали очень классные такие видеоуроки, видеоэнциклопедию для детей. Мы начали создавать контент для детей. И уже есть созданный наш первый, слава Богу, первый выпуск для детей. Заказывайте обязательно у нас выпуск про Раби Акиву и показывайте своим детям. Это можно подарить племянникам, своим знакомым. Рассказывайте о нашем проекте. Спасибо огромное за внимание. Дай нам год всем. Шана Това, Умитука.